Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радочин, и в этом коротком видео я хочу буквально на минутку погрузить вас в ту атмосферу, которая у нас присутствует на наших командных зумах. Итак, смотрим, друзья мои. Это не проблема, и говорить, что обман тут. Я, например, обмана для себя не вижу. Я, во-первых, все деньги, которые я вложила, я уже давно вытащила отсюда. Я получила массу удовольствия, массу, во-первых, знакомства, поддержка. Вот даже сейчас. А тут у нас каждый специалист вам дает свои марафоны, свои обучения. Где такое видано? Ну, как бы я тоже считаю, что это огромный плюс для компании, что прямо изнутри компании люди делятся своими навыками, своими наработками, идеями, которые работают. Это вообще круто. Такой компании я еще не видел. Кстати, насчет самолетика, блин, у меня, по-моему, 10-й дубль, да, не знаю, самолет никак не может прийти ко мне в руку, да, то в лоб попадает, то в эту сторону попадает, да. Это вообще прикольно. Это потому, что я еще не знаю, как правильно произнести ваше имя. Что еще, друзья? Какие вопросы еще у нас есть? Какие вопросы еще? Факт в том, что здесь знания. Сейчас студентов очень много, которые хотят обучаться, удаленно работать. Ну и много людей, вот, ну, допустим, мне удобно, да, я села, если где-то там торопят, где-то что-то. Я здесь вот, в Узбекистане, я даже ролик написала в Ютубе, я сэкономила чисто на 5 наших инструментах 15 миллионов. Это $1500. 15 миллионов, грубо говоря. А вот если бы я здесь в Ташкенте, мы специально с дочерью взяли, да, обзвонили все курсы вот эти, которые копирайтинга, сторисмейкера, да, сколько это будет стоить. И получилось у нас 1 600 000. Это $1600. И я уже потом так посмотрела, думаю, ну вот написала, я даже прям ролик написала, я говорю, я сэкономила, и у меня и просмотры там в Ютубе, ну, жалко, что монетизации нету, думаю, надеюсь, что мы уедем скоро в Россию, у нас переселение, думаю, там будет у нас монетизация, и все будет, так что Ютуб я развиваю, вот как-то так, так что все от нас зависит, все в наших руках, будем делать так, все так. Скажи привет всем. Привет всем. Привет всем. Привет. Да.